Сегодня буду кормить рыб. А вы всех рыб я кормлю вот таким кормом, там хлопья. А это для сопли, для донных рыб. Это из водорослей, основном для сопли. А вот это вот одна таблетка для коридорусов и еще одна для обычных рыб, в смысле не донных, которые просто тоже приплывают поесть таблетки. Вот не получается мне просто их так положить, чтобы рыбы обычные не плыли их туда есть. Сейчас покормим их. Простите, что не сняла, как я сыпала им еду, потому что одной рукой все просто гипер неудобно делать. И телефон грохнуть в аквариум мне тоже совсем не улыбалось. Вот, тут вот такие вот хлопья. Я им еще дам, потому что я их вчера не кормила, так как купили новую рыбу. А лучше не кормить рыб в день, когда у вас появляется новая рыбка. У меня тут из стаи веселых неонов. И пока они все отвлеклись, я положу таблетки. Вот все. Сейчас коридорусы приплывут есть. Все. Слава богу, он не грохнул. Вот. Сейчас просто будем смотреть. Это уже здесь. Вот наша новая рыба. Это самец Малинезии. Блин, не шугайте соплю. Вот альбинос у нас уже приплыл. Вон, сапель. Вот он урвал кусочек чуть-чуть. Ну, я его особо не волную за него, потому что он таблетки не получается есть. Его отгоняет, а он робкий. Потому что иногда я ему даю специально для сопли огурец. Его больше никто не ест, поэтому огурцам кладем много, и у него пир. И к тому же растений у нас много, и он точно не голодает.